Шесть районов края представили на открытое первенство спортсменов-лучников – 63 человека. К сожалению, здесь не весь сильнейший состав. Некоторые спортсмены на сборах в Крыму, как, например, сочинец Роман Половинко, который готовится к европейскому гран-при в Бухаресте. Основными фаворитами, наверное, можно считать 4 региона, потому что в последнее время выровнялся средний уровень спортсменов. И сейчас спортсмены как из Новороссийска, так и из Сочи, так и из Красноармейского района, и из Анапы, они все в равной мере претендуют на лидерство. Параллельно с открытым первенством по стрельбе из лука среди юношей и девушек проходит и спартакиада Кубани. Лучшие отправятся в июне в Таганрог на спартакиаду России. А пока необходимо подтвердить свою квалификацию. И только на следующий день финал в личном зачете. Хостинский стадион «Локомотив» вот уже больше года является базой для лучников. Стадион «Локомотив» – это передан Министерству спорта Краснодарского края. А так как здесь сегодня работает с вами, ну, здесь на стрельбе работает краевой центр номер 2, который как раз-таки развивает этот вид спорта в Краснодарском крае. Здесь теперь проходят и тренировки, и соревнования различного уровня по стрельбе из лука. Как говорят сами спортсмены, им больше ничего и не надо. Шикарное поле, мишень и спортивный лук. Ну и погода, как сегодня. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.